Так ты утром пил кофе и все? Да. С бурекосом? Да. И все? Да. Это мало? Я маленький мальчик. А как обедать? Где ты вчера обедал? Обедать с Араем. В ресторане. В ресторане? Да. Шурма, хумус, хумус. Кама завле? 20 шекель. 20 шекель? Да. Яда. Русский магазин знаешь где? Где? Вот прямо вот так, вот на этой улице. Да? И на, вот по правой стороне. Окей. Мне очень горячо сидеть сейчас. Что? Мне очень хамо сейчас. Мне очень жарко. Мне очень жарко сейчас. Да, конечно. Сегодня 27, вчера было 35 в Тель-Авиве. Да. Ужас. Да. Я не выходила из дома. Ну как, ты на иврите читать можешь? Да, можно. Уже умеешь немножко? Да, это. Да. Это очень важно. Язык, да? Я, может, это не проблема. Я значит, помню, как сказать, когда я хочу говорить. Вот говорить? Да. Говорить. Вот ты знаешь, что у молодых, молодые, они и дети, они быстрее говорят, чем читают. Да. Так моя учительница, она говорила, у меня было так, я начала раньше говорить. Да. Я говорю, читать. Ну, мне не нужно сейчас читать, но я могу читать, конечно. Но говорить...